Добрый день, уважаемые зрители. В общем, сегодня у меня получился отцепной. Наконец-то я выспался. Молодец. Ты проспал. Часов 11 где-то я проспал. Сколько, подожди, если в 5 считать, что я лег, да? В 5 и лег. Так, а сейчас 17, ой, не 17, ну, допустим, я встал. Или, подожди, сейчас 16:37, а я где-то 16:20 сел, да? Да, где так. 11 часов я где-то спал. Ну, я эту неделю там мало, помалу спал очень. Ну, ты вот выспался, хоть нормально, Джон. Вот, нормально все. Да. Спал по сколько я там примерно? Так, если в 3, 6,5, так по 3, по 3,5, по 4 часа спал где-то так примерно. Это мало, конечно. Да. Это мало. В 10 часов встали мы оба. В 10 часов-то будильник-то заработал. Да, 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 да. Вот. Я дров подкинул в избушку. Ой, в избушку, блин, в печку. В печку. Там на этих, на старых углях все разгорелось, в общем. Угу, угу. Ну, в избе как бы топим, но жарко не становилось. Обычно иногда затопишь. Да. И бывает, что прям жара такая. Да, да, в да, этот да. раз что-то какой-то жары нету, странно почему-то. Вот. Грибобас потом в 10 часов встал, ты не стал уже спать? Да, ну я встал на лыжи и пошел рубить эту елку. Вот такая толстая елка. Такая палка. Не пилить, рубить? Отпилил я ее, она лежала. А ты говоришь, рубить. Нет, отпилил я ее, отпилил. Две такие чурки отпилил. Вот, пришел, порубил, короче, я сложил сюда. Потом пошел еще березу нашел, там она метр около 15 высотой, но она стоит такая где-то, береза где-то такая толщиной, метр 15 высотой, но на елку так она так облокотилась. Вот. Потом пошел, нарвал коры, я сколько, раза три ходил, коры нарвал, у меня на прихожей кора лежит, вот там, в печке, там много коры у меня, короче. А коры надо сюда, чтобы она сохла. Я потом сейчас принесу коры. Ты, Саша, она все сохнуть, все дрова должны. Понятно, понятно. Но сырое тоже нехорошо. Не Вот, потом там что-то такая чурка лежала, березовая такая. Сейчас топором порубил я ее. Сюда занес, положил. Сейчас ложу, то буду печки сажу дрова, чтобы они сохли. А во сколько темнеть-то стало? Где-то часа, наверное, так в 3. Ну. Так, темнеет. Ну, в 3 уже было темно. И потом не в 2? Нет, нет. А, значит, ясная погода, да, я сейчас вышел. А, кстати, утром еще солнце светило. Да, облака, деревья были. Из-за того, что ясная погода, из-за этого как бы, ну... Угу. Световой день побольше получился. Да, 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 да. Понятно. Сейчас пойду сейчас еще одну эту палку березовую, такую штуку, отпилю еще кусок. А еще в 10 часов я встал, короче, нос у меня заложен с соплями. Не знаю, простыл, где, как я так. Простыл ты, наверное. Ну и сейчас нос тоже так заложен. Где-то, наверное, там все, в 12 я еще лег, где-то так сейчас, например, покемарил я, опять потом встал. Вот, пошел опять коры пособирал. В 12 ложился еще раз, да? Да, ложился. Вот я раз покемарил, ну это сейчас так, где-то так покемарил. Пошел опять коры пособирал. Вот. Крепко поспал, да, часик? Да. Ну спал я хорошо, упал, моментально уснул. А то говорит, покемарил. Не, поспал, я лег, и все хорошо, ребята, поспал я отличненько. Это уж, вот, а попил чё? Чай я, вот. Вот, намазал джем клубничный. С хлебушком, яйцо, скушал, попил чаю и все. Вот. А суп чего не стал разогревать? А нет, я не хотел ничего. Вот. Там где... целая кастрюля супа. Супа, а я что-то про него позабыл совсем. Ну, вот. Ешь, что ты ешь. Ну, и тут еще был горох с кукурузой. Я вот воду туда поставил, тарелку поставил. А, яйцо, сейчас вода скипела, сейчас буду чай заваривать. Ага. Вот. Так, ты не доставал, а ты достал уже, да? Достал уже, да. И он опять кипятит или как, пойдет? Да, он недавно только скипел. Ну только скипел, да, сняли его. Где-то заварка-то, вот она. Ага. Открой пока. Ага, сейчас, погоди, сейчас, Джон. Ну вчера слишком крепкий заварил, тебя она поменьше бросила. Ты крепкий заварил, да, чай был крепкий очень. Так, ой, а, тут еще один, подожди. Вот, пожалуйста. Вот. Это мы снег топили. Это прокипело хорошо хоть? Кипело хорошо. Кипело весь, кипело отлично. Вот.
Надо на кулек. Так, мы замотали вот кулек. А. На, держи, показывай. Давай. Так. Там на кнопки нажми. Ага. Ну, давай. Тебе ничего не снилось? Нет, не снилось ничего мне. А, ты же еще говоришь, собаку тут слышал, да? А, ага, я когда рубил дрова, это березовые, ну, здесь обитает печку, собака гавкала. Вот. Ну, видимо, как охотники ходили, примерно метров 50-60, ну, в сторону, в ту сторону, короче, собака гавкала. Ну, я еще когда сюда шел, ага, вот, где была, как бы там, лыжня, там это собачий след. Я тоже видал. Возможно, собаки дикие. А, возможно, дикие собаки. Ходят по следам, по лыжне. И ищут эти, как их, ловушки. Ну, допустим, там петли ставят, знаешь. Ну, понятно. Чтобы этот, с петель снимать эти, там, ну, что поймается. Добычу, короче. Добычу, да, я. А, слышал, понятно. Что собаки так делают. Да, я тоже слышал об этом. Собрались пить чай. Да. Маленький, и вот такой фонарик еще. Да, этот оставь. Ага. Возился тут с этим, с приемником. Хотел приемник включить. Через этот, через регулятор напряжения, видимо, помеха идет через него, ничего, короче, не получилось. Ну, ничего не поймалось там, да? Угу. Шипит только он и все, и не ловит ничего. А грибовас что-то спать хочет уже. Спать хочу сильно. Ну, видишь, как... Сильно хочу спать. Захотел спать ты. Там все меня так плохо видят, смотри. Вот, все получше. Видать тебя? Теперь видать. Звезду грибоваса. Мне только пол, у меня это макушку не видать. Ну вот так вот. Вот так пойдет. Угу. Снизу как бы поддувает, да? Немножко. Так. Да вроде видно нас. Да, видать. Ты будешь этот ветчину? Да. Ну, пополам, да? Да. Ну, пополам порежь. Так, а что у нас есть в этой что-нибудь такое? Немножко какой-то грязноватый. Это? Да, он просто типа, не знаю, в чем там. А, может быть, эти яблоки очистил. А, наверное. Угу. У тебя тарелка чистая? Тебе положить этот? Да. Ветчины. Да. Давай. Спасибо. Так, что-то моя ложка сейчас не вижу, где. А, вот она. Вот она твоя ложка. Так, это сюда. В общем, ты грибобас спать захотел, да? Да, спать захотел я. А я сейчас буду один вот трудиться, да? А как днем? Ты спал, а я трудился. Я сегодня сделал много что, так что не будем об этом говорить, Джон. Вот. Создавал видимость работы, да? Нет, работал, я работал, не будем говорить. Сделал много, что я сегодня. А какой минус у тебя был, я тебе говорил сегодня? Не кричать. Нет. Не то, другое. Про дрова я тебе говорил. Ну, дрова ты заготовил, ты молодец, конечно. Дров много. А минус какой насчет дров? Очень не помню тогда. Сушить дрова надо. А, сушить тоже, да. Они сырые, гореть не будут. Да. Надо сейчас... их... И когда заготавливаешь, складывать возле печки, чтобы они сохли. Да. Вот так я сейчас так и сделаю. Порублю и сложу туда возле печки, чтобы они сохли уже. Вот. Видишь? А ты не так. Вот это мой минус. Мой минус. Это минус. Большой минус. Ну не большой минус. Дрова-то есть. Дрова есть.
Ну, минус то, что будешь мучиться с розжигом печки. Да, да, да. Пока они там высохнут. Там, вот я подкинул, они были сырые. Давайте куда намазать. И не горело у меня. Вот что плохо. Да я уже таких чурочек мелких, такие вот, на вот, коры надо, подкинул. Чурок мелких. Сушить, чтобы они. И потом уже загорелось у меня. А так ничего не горело. А то там столько коры у тебя уйдет. Коры много есть. Березовые. Да. Чтобы разжигать. Это твою кору, я собирал кору. Коры собирал, три раза коры ходил, собирал. Вот. Так что я коры такие большие, такие самые, покидал. Там и... майонезик. Сможешь принести майонезик? А где он там? Он там в этом. Висит на проволочке, чтобы его мышки не сожрали. Ага. Сейчас, погоди, сейчас схожу, Джон. Ты сыр не будешь, да? Буду. Я шучу. Не надо, не надо, Джон. Молодец. Шучу, да. Шутка. Скажи, я все буду, да? Да. Сейчас наемся и баиньки. Я поем сейчас и спать лягу, Джон. На тебе майонез. Так, сейчас две закрою, подожди. И майонезом хлеб не мазать? Мазать. Не, ну просто... ты молодец, Джон. Не-не, фиг его знает, вдруг ты действительно майонез сейчас не захочешь. Не-не, хочу майонез. И вот такой целый кусок, нет? Вот такой вот. Да. Ну, какой-то толстый у тебя. Пойдет, пойдет, давай, давай, не, пойдет. Один вот с чаем, с джемом. Один тебе пойдет. Толстый, ну, пойдет. Еще один, да? Да, 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 да. Ну, мне этот, мясо съесть, сыр, этот, лук, вот. Так что мне пойдет. С майонезом все будет отлично. Все будет окей, да? Все будет окей. Ой. Что такое опять? Устал? Устал сильно я. Что-то ты вот сходил за майонезом, устал уже, да? Угу. Ух ты, он заморозился, ел. Да? Колыманы. Ух ты как. Там же холодно. Угу. А ты его красиво зажал, за пробку зажал. Я так раз, так вот. Так, так а как его зажал? Не, все правильно, он я так вытащил его. Да, да. Вот и взял уже. Ага, спасибо большое. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи благослови нашу пищу. Нашу пищу. И дай ее нам. И дай ее нам. Во благо. Во благо. Это я уже свою молитву. Не, все правильно, все правильно. Во имя Отца. Во имя Отца, Сына Святого Духа. Аминь. Во имя Отца, Сына Святого Духа. Аминь. Приятного аппетита, Джон. Я шапку что-то взял. Как-то это... Ой, я шапку снял. У меня этот, насморк из-за этого, да? Шапку. Вот я вон... Этот выскочил. Матрона. Ой. Сейчас еще крестик. Ага, чай горяченький. Чай горяченький, да, чай хороший. Так, вот соль. Ага, ага, вижу. Это мои яички, да? Да, твои яички. Ох ты. Я ел вчера. Вон печеньки, если хочешь, солененькие ешь. А ты с чаем пойдет. С чаем. А, где? Вот это, да? Да. Ага, спасибо большое. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Долго я возился, хотел приемник включить, но я его включил, угу. Но там что-то не ловит ничего. Угу. Угу. А сколько кусочков сыра там? Вот у меня 5. А там сколько? Тут 4. Угу. Ну ладно, тебе еще 5 тогда. Спасибо. Ты так говоришь, бля? Ага, вот. Ага. Спасибо. А из зверей только ты видел кого сейчас? Ворону, да, еще кого? Ворону, такая маленькая птичка, но я такую птичку ни разу не удал. Она вот такая птичка маленькая, такого всего там, ну, смотри, около 10, маленькая-маленькая. И вся такая серая птица. Ну, за год, примерно, мне так 15-20, так это, все на елку. Она немножко как на воробья смахивает, да? Угу, угу. Это, наверное, это, синичка. А, восьмой часок. Угу. И буквально я стою, метров так, ну, 7-8, прям возле меня. Сел на елку и там она сидела. То есть ворона и синичка и все, да? Угу.
Это ветчина холодная. Холодная, да? Спасибо, что предупредил. Шесть часов вечера. Угу. А я сейчас пойду. Куда? Ты ложись. Угу. Без меня, смотри, никуда не лазь, а то заблудишься. Не-не, я спал, я сейчас усну. Пойду заготавливать материал нам. Угу. Надо что-то сделать полезного-то. Да. Ты это, что? Пилу, зачем ты пилу-то? Это долгая история. Да? Да. Это плохо. А что пила хорошо было бы? Она нажала газ, она пилит отлично. Так вроде резкость нормальная, да? Угу. Сегодня какая погода-то была? Короче, утром я вышел перед дрова, и, короче, было солнце поверх деревьев. Вниз было темно, а вверх было золотисто. И смотрел, не было ни одного облака, не было на самом. И домой, на, короче, солнце. Не знаю, тебя сейчас понимают, нет? Что ты говоришь? Тоже у меня полный рот у меня. Да. Может, так. Да. Все правильно. Короче, хорошая, ясная погода была, да? Да. И сейчас не было луны на улице. Звезд полно, а луны что-то я не видал. Она может быть там где-нибудь сбоку там. Может быть и так. Ну, как бы из-за леса не видать. Это когда мы пошли вот с телевышки, там вот когда мы шли там в начале, угу. Там много было следов куропаток.
И вот здесь, когда подходили, где старица, тоже там много следов куропаток. Да, да. Ну, еще взлетели куропатки, еще взлетели. Тогда мы, кстати, тоже обратно, помнишь, в каком-то году? Ну вот в прошлом году весной пошли тоже там в том же месте, да, вот, да, где старицы тоже взлетели они. То есть они там крутятся постоянно. Да, да, да. Печка не это, тишина какая-то, да? Она, по-моему, она уже все. Да там. Ну там еще есть, могут. Там, нет, там дрова просто. Там еще угли есть. Печь самой. Я говорю, там дрова просто не горят. А, понятно. Или тлеют, или что? Ага. Потому что они сырые. Тлеют. Надо было сушить. Ага. Пока печка работала. Лимон будешь? Нет. Что-то у меня сопли. Ой. Ой. Где ведро за? Так, сейчас чайку еще. Давай. То хлеба много, конечно. Ну ладно. Зато потом есть неохота будет. Ну. Внизу ноги аж холодит. У тебя не холодит? А, ты-то в ватниках. А, точно, да. То есть у тебя не холодит, да? Нет. А только что ты сказал, что холодит. Сейчас нет, сейчас все хорошо. Когда я сказал, что вот ты в ватниках, уже не холодит, да? Ну ты обманщик, грибобас. Да не самое. Обманщик ты. Ну пусть будет так. У тебя ноги мерзнут или нет? Нет. Видишь, как ты хотел меня обмануть-то. Я же спать хочу. Уже на еду все не хватает. Осталось попить чай. Если хочешь, я бутерброд могу съесть. Я сам съем. Не надо, Джон, я сам. Стико. Не надо, не надо. Но зачем ты будешь силу тратить? Нет. Я поем, зайду, я лягу. Ты не надо, не надо. Все будет окей. Силы-то беречь надо. О. Тебе, ты видишь, что тебя не видать? Угу. О, что-то резкость пропала, смотри-ка. Угу. Ой. Угу. Во. Что-то странно, когда пропадает. Угу. Вот сейчас появилось. Угу. Мне надо полчасика полежать, чтобы это, ну, пища усвоилась. Немножко хотя бы, сразу не надо идти. Да? Ну.
где ты эту сухую елку нашел? А я говорю, что вон там, им поднимаешься на бугор, только бугор, ну там метр три пройдешь, и там елка, ну там она вся была в снегу. А ты ее уже принес, что ли? Откопал я ее. Там где-то, короче, примерно метра полтора примерно, а земли метра полтора. Ну там, и короче, как, и какая штука? Там вот само бревно лежит, оно где-то такое толстое, где-то вот такое снегу. Ну, ты скажи, ты уже отпилил и принес? Нет, значит, там еще нужно допилить немножечко. А, ты же хотел допилить-то. Да. Если допилю ее, а не, сейчас не пойду я уже. А какой диаметр? Может, большая. Точно? Пример, где такая, например, где такая. Ты в два раза увеличил. Ну, если посмотри сам, я не буду обманывать. Ты же обманщик, Глебас. Ну, не знаешь. Ты же любишь все преувеличивать. Согласись же? Нет. Ну как нет-то? Сказал, если елка 50 метров. Новогодняя елка. Да, ну что я. Нанга. Да. Твой обманул. Ну, видишь как. А я, видишь, все по-честному. Поспал 11 часов. Признался, что я выспался. Сейчас пойду работать. Да шучу, конечно, шучу что-то. Я, конечно, на свежем воздухе это, когда вот лес, это свежий воздух, спать, ну как бы. Да. Спится хорошо. Спится хорошо. Ну, если, конечно, тепло. А если холодно, тут уж придется вставать и топить печку. Ага. Если дров нет, то придется. Идти за дровами. Угу. Ну, когда я сюда без тебя ходил, и так вот. Дрова там все туда-сюда. Ну я этот. Елки. Ну, какую-нибудь надо искать елку такую вот, не толстую, чтобы вот такую примерно. Чтобы ее легко было нести, сухую. Ага. Вот. А, сухую? Спиливаешь? Ну да. Сухую елку надо специально на растопку. Вот такую елку спиливаешь, пилишь на части, сколько ты на плече сможешь унести. Вот. Ну потом на чурки, потом колешь. А березу на этот уже. На ночь подкидывать там. Понятно. Когда она, конечно, сухая, так она горит тоже хорошо. Они горит хорошо, да. Но елку надо обязательно на растопку. Да. Я этот хлеб не доел, ну ладно, это потом. Я тоже не доел. А, пакетик нету? Ты на, с майонезом тогда есть, он засохнет, майонез. Ой. Ой. Чай может налить еще? Да мне чай, у меня чай еще есть. Печенье не будешь, да? Не, печенье буду я. У меня же сил нету, я вообще даже устал сильно. Потому что майонез засохнет, потом... Я сейчас доем его. Так, что-то я хотел. Ой. Что-то я хотел. А, кулек завернуть. Да, пакет, а где пакет? Вон какой-то пакет. Ты там резкость нормально? Да. А, нет, плохо, плохо. Плохо опять, да? Плохо. Просто пойму, блин. Вот опять. Расфокусовка какая-то. Угу. О, видишь, было как. Ага. Во, хорошо. О, отлично. Вот, нормально. Ладно, тоже этот доем хлеб. Тебе помазать этим? Сейчас, подожди. А чем где там эта бумага готовлена была? Вон, смотри, сейчас выльется. Что ты хочешь? Губы удивить. Сейчас, подожди. У нас вся порвана какая-то. А, я же хотел салфетки взять. Ну ладно, в следующий раз возьму. Ага, спасибо. Ну, сейчас вроде резкость нормальная, да?
расфокусовка как-то временами. Чай вроде нормально получился. Чай, да? Хороший, да. Чай хороший. А ты умеешь огнивом разжигать огонь? Плохо. Что, я давно не пользовался огнивом-то. Мне когда был, вот у меня был ножик, там огнив-то был, да. А почему был? У тебя есть? А, есть, есть, где-то. У тебя ножик тут найти надо. И там и ножик, и стеклобой там есть, и огниво есть там. Там нож отличный, и нож. А куда ты его положил? Дай мне чаек еще чуть-чуть, да, угу. Запью. Пожалуйста. Куда ты его положил? Не помню, я думаю, поискать, но не пью. Тебе не надо? Налечу немножко. И там все хорошо. Все? Ага. И там все хорошо, там лезет где-то. Сколько там, примерно 12, да, лезет там где-то, сколько там было примерно? Ну, он, видишь, он это, им хорошо чисто такие эти, грубые. Что ты говоришь, 12 длина, что ли? Да, как она была лезвием того ножа? Он, видишь, толстый, им неудобно. Ну, он толстый был, да. Вот картошку чистить уже не то. Уже не то. Да. М-м-м. Ну, чисто вот для кухонного он вариант. Уже не пойдет, уже, да? Как, понятно, понятно. Неудобство с ним работать. Угу. А вот так вот для леса он бы как... А для выживания, да, можно из него... Можно было... На дерево привязать, да, ой, на древко привязать. Да. Сделать копье. Угу. У него что, хорошо, ручка уже, летая ручка у него была. Пластмассовая или еще там, эта ручка у него была. На конце там типа как под молоток. Да, 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 да. Угу. И с какой стороны тут нож был сделан, не помнишь ты уже? Ой, я не знаю. Уже забыл, да? Не то, что не забыл, но mm-hmm. не знаю. Понятно. Ну, ничего страшного. Может, Швеция или Швейцария? Ну, вроде он не американский. Американский? Или американский. Американский, думаешь? Я не помню, если я не буду говорить, не помню это уже. Mm-hmm. Нож был хороший, мне понравился очень. Наш перекус этот. Сейчас еще нет, я еще сейчас чай допью. Чай допьешь, да? Чаепитие наше закончилось, сейчас я полчасика отдыхаю. Ой. Гриб у вас вообще ложится, да? Ой, я лягу, полежу. Ну, я... А во сколько ты встаешь? Сейчас 6 часов. Ну, я часика... Вот час пошел. Часика где-то в 7-8 я встану. А что так рано-то? Рано? Вот в 8, но не в 7 же. Ну, в 8. До 7 осталось 45 минут. А, нет, ну да, в 8. Пару часиков поспи. Да, да, да. Ой. Ты подвинь сейчас дров в печку. Я сейчас буду, да, смотреть, что печка там, ага, молчит. Давай. Она. Я вот здесь в углу сижу, у меня ноги аж прям да? Холодные прям. Mm-hmm. Снизу холодом тянет. Спасибо, Джон, за еду. Наелся я. Тебе тоже, живот такой полный. Тебе тоже спасибо. Пожалуйста. Тони. Спасибо, Тони Грибобас. Пожалуйста, Джон Клюкер. Все отлично. Так что я не знаю. Не обманывай нас. Нет, 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 не буду. Что ж, я обманул? Извиняюсь я. Извиняюсь. Ну, 50 метров елка, это такая только, как в сказке, может быть. Что? 50 метров елка, 50 метров, это... Ну, ты вот сказал про... Я сказал, но... Лопатнанги, что... Это я обманул, это обманул я. Там только большая, ну, не 50 метров, такая небоскреб, типа того что-то. Так, ну ладно, пока.